Всем привет! Начинается монтаж защитных панелей возле печки. Одну панель я уже установил. Это не горючая панель. А особенность установки вот таких панелей, как и всех остальных, такая, что видите, между стеной и панелью есть расстояние, причем расстояние 3 сантиметра. От самого потолка и до пола будет, до низа. Низ я еще не устанавливал. Сейчас я установлю вторую панель за вот этой трубой. А как она устанавливается? Вот такие желтенькие соточка саморезы. Диаметр 5. Вот длина 100 миллиметров. Сверлится любым сверлом. Дырочка размечается, да? Вкручивается наполовину саморез, и на него наживляются вот такие вот шестерочка, или это восьмерочка. Вот, видите, 4 штучки. Хоп! И вот на каждой из 6 есть вот такие 4 штучки. Потом эта полностью панель берется в руки, приставляется к стене, и уже вгоняются все по чуть-чуть саморезы. Не один целиком, один, там до половинки, второй до половинки, третий до половинки, четвертый и так далее. Вот. Делать это легко, в принципе. Я один справляюсь. Ногой придерживается снизу. Упирается в печку, а ногой придерживается об стену, и все. Как только один закрепится, саморез, все, уже держать намного легче. Точно так же делается вторая панель, и вот по низу еще будет по панельке. Поехали. Ну вот, вторая панель тоже уже установлена, опять без помощи кого-либо. Смотрите, видите, очень много оставляю, 3 сантиметра минимум до стенки, между панелью и стенкой. Точно так же я сделал здесь, не вплотную друг к другу, а чтобы гулял воздух, я оставил сантиметровую щель по всей длине. Ну и тоже так получилось, что сверху чуть-чуть осталась щель, это даже хорошо, чтобы ходил воздух. Вот. Вот отсюда покажу вам. Видите? Он на этих вот штучках держится. Ну что, осталось низ добить. И все готово. Минут за 45 один человек легко установит вот эти вот защитные панели или защитный экран. Причем, смотрите, я сделал такую конструктивную особенность. Видите, этот идет прямо, да? Относительно стены, а вот этот идет со скосом прямо к стене. Сделано это потому, что там у меня вот там забор воздухом идет под печку, и чтобы его как-то так не перекрывать, идет оно ближе к стенке. Почему? Потому что, во-первых, камни вот до сюда от пола они не нагреваются, тут все холодное. Поскольку печка начинается вот где-то вот с этого уровня, сантиметров с 15. Ну, то есть, все это продумано. Дальше. Вот что здесь стоит печка, вот посмотрите отсюда. Видите, тоже дырочку сделал, не делал все вплотную. Он даже вот чуть-чуть играет у меня. Но вот здесь, видите, и там первый лист огнеупорный, а за ним второй. Там у нас экран стоит. Ну, то есть, баню защитили достойно. Делается легко. Я думал, все будет сложнее. Глаза боятся, руки делают. Так что не бойтесь, и все у вас получится.